Квартирные кража один из наиболее массовых и трудно раскрываемых видов преступлений. Подчас легче выйти на след убийцы, чем опытных воров-домушников. О том, как защитить свое жилье от преступников, а также предотвратить угон автомобиля, расскажет завтра исполняющий обязанности начальника отдела уголовного розыска УМВД по городскому округу Химки Евгений Третьяков в программе «Специальное интервью». Начало в среду в 19 часов 30 минут.